Акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова в нашем городе стали традиционными. Два раза в год, осенью и весной, саровчане пополняют список базы данных потенциальных доноров. Алена Перышкина узнала об акции соцсетей и решила присоединиться. Я считаю, что нужно привлекать внимание как можно большего числа людей, потому что чем больше людей узнает об этом, придет, сдаст кровь, тем выше вероятность того, что кому-то мы сможем помочь. Несколько минут, проведенных в лаборатории, всего 9 миллилитров крови. И вот уже национальный регистр пополнился еще одним потенциальным донором. А значит, для кого-то увеличился шанс на выздоровление. Мне было несложно. Я считаю, что люди, которые здоровы, есть возможность, мы должны помогать всем. Второй раз помогали в проведении акции студенты Саровского физтеха. Участники волонтерского движения «Добрая помощь» вместе с сотрудниками лаборатории объясняли горожанам, как правильно заполнить анкету, а также проводили агитационную работу в институте и городе. Это несложно помогать людям, это тем более бескорыстно. И, ну, просто сдаешь кровь из вен, и ничего страшного в этом нету. Поэтому я надеюсь, что многие люди это понимают, что это безопасно и, естественно, поможет многим людям. Так как донорская база Национального регистра пока небольшая, то почти все трансплантации костного мозга в России проводятся от иностранных доноров. Акции по сдаче крови на типирование повышают шанс найти донора костного мозга для больных онкологическими заболеваниями без долгого и дорогостоящего ожидания ответа от зарубежной базы. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.